2 мая 1945 года. Берлин капитулировал. Фашизм повержен. Война, откуда она пришла. Мая. Пригород Берлина, Карлсхорст. Представители советского и союзного командования. Советскую делегацию возглавляет маршал Жуков. Представители гитлеровского командования во главе с генерал-фельдмаршалом Кейтелем. Маршал Жуков предлагает представителям немецкого командования подписать акт о безоговорочной капитуляции Германии. Акт о капитуляции скрепляется подписями представителей союзного командования. И первая подпись представителя Советского Союза. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии означала окончание войны и наступление мира в Европе. 9 мая. Долгожданный, незабываемый День Победы. «24 июня 1945 года. Красная площадь. Парад Победы. Перед Ленинским мавзолеем торжественным маршем прошли лучшие из лучших представители всех фронтов. Четыре тяжких года прошли они по дорогам войны. Всякое повидали. Многих оставили на полях сражений. Но без них не было бы этого дня, не было бы победы. Не было бы этой минуты, когда к подножью Ленинского мавзолея брошены знамена фашистских полчищ. Никогда и никому не победить страну, где каждое новое поколение сохраняет и приумножает боевые традиции предшествующих поколений.